Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мылоопт. Сегодня вашему вниманию будет представлен мастер-класс по изготовлению мыла в форме сердца с фиалками. Для этого нам понадобится форма 3D сердца с фиалками. Выглядит она вот так вот. Также нам понадобится основа мыльная. Я буду использовать сегодня мыльную основу производства Англия с маслом ши. Также необходим будет жемчужный перламутр сухой, несколько видов красителей, а именно гелевый краситель Green Apple, краситель гелевый фиолетовый и краситель вишневый. Также я буду использовать парфюмированную отдушку Fiji La Roche и пептид Remove WS. Также нам необходимо будут несколько термостойких стаканов, стеклянная палочка для перемешивания и несколько пластиковых пипеток. Для начала растопим небольшое количество белой основы. Начнем мы с фиалок. Для этого нам необходимо в растопленную основу добавить несколько капель фиолетового гелевого красителя. Хорошенечко размешиваем. После того, как краситель полностью растворился в основе, мы добавляем несколько капель отдушки. Одну капельку пептида. Добавляем немножко перламутра для того, чтобы придать цвету блеск. Теперь с помощью пипетки окрашиваем фиалки. После того, как фиалки застыли, мы приступаем к листикам. Для этого нам необходимо в растопленную основу добавить гелевый краситель Green Apple. Добавить несколько капель отдушки. Несколько капель пептида. Далее все перемешиваем. И добавляем для блеска жемчужный перламутр.
После этого берем пипетку и окрашиваем листики. Следующим этапом мы окрашиваем ободок сердца. Для этого нам необходимо в обычную белую растопленную основу добавляем только отдушку и добавляем сухой перламутр. Все хорошенечко перемешиваем. С помощью пипетки окрашиваем ободок. После застывания всех элементов мы в растопленную белую основу добавляем вишневый краситель. Все тщательно перемешиваем. Добавляем перламутр. Добавляем несколько капель отдушки и добавляем 1-2 капли пептида. И все хорошенечко перемешиваем. И теперь заливаем основу в формочку. Оставляем до полного застывания. После того, как мыло полностью застыло, мы достали его из формочки. И вот у нас получилось такое цветочное сердце. Сверху я также его натерла перламутром жемчужным, для того, чтобы он придал ему такого жемчужного блеска. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!